Добрый день. У нас на распаковке магнит F120 двухсторонний. Именно в таком виде клиенты получают груз на почте. Так, достаем весь набор. Так, напоминаю, весь набор входит в стоимость ко всем магнитам Onyx Magnet. Итак, у нас копия сертификата качества. Пойдется в каждую посылочку. Сам магнит. Итак, F120 двухсторонний. Открываем коробочку. У нас, как всегда, прокладки из плотного пенополистирола. На дне то же самое. Сам магнит с защитной пленкой, этикеткой с обозначением силы сцепления. То есть 120 кг боковая наклейка. Сам магнит у нас, да? Так. Комплектация к магниту. Это у нас короткий болт М8. Длинный рим-болт М8 с гайкой и барашком для удобства фиксации. Это очень удобно. Гайкой мы фиксируемся и барашком мы затягиваем гайку. Законтрились. Так, и у нас есть карабин пожарный с замком. Восьмерка тоже входит в комплект. Трос Тайгер 300 кг на отрыв, пятерка 33 метра. Перчатки с латексным обливом из двухслойной резины. Все это входит в стоимость. Так, и обязательно мы кладем календарик на актуальный год со всеми нашими контактными данными, почта, телефоны и все наши сеть наших магазинов, интернет-магазинов. Так, и теперь мы решили добавить интересный тест, чтобы люди понимали, что они именно заказывают. Давайте его померяем, чтобы понимать, что в Onyx Magnet на сайте всегда актуальная информация о размерах и весе товара. Так, давайте померяем, что мы имеем. У нас 58 мм диаметра. Итак, высоты у нас 28 мм. И давайте его взвесим. Для того, чтобы взвесить, давайте взвесим сначала рим-болт, который я буду вкручивать, за которым мы будем подвешивать. Так, рим-болт у нас весит, видно, он у нас весит 70 грамм. Так, отключили, обнулить хотел. Так, сейчас вкручиваем этот рим-болт, 70 грамм, можем даже не оттаривать, раз можно так считать-то мы умеем. Итак, у нас магнит вместе с рим-болтом весит 610 грамм. Соответственно, чистый вес магнита 540 грамм. 540 грамм вес магнита F120 двухстороннего. Всем спасибо. Удачных покупок. Итак, будем выполнять подъем металлического швеллера весом 19,2 кг, то есть вес почти 20 кг магнитом F120 двухсторонним Onyx Magnet. Все по инструкции. Вкрутили рим-болт М8, зафиксировались гайкой, подконтрились барашком. Примагничиваемся, пробуем выполнять подъем. Примагнитились, поднимаем. Швеллер в воздухе. Намеков на три у нас нет, как видите, намертво. Снимаем магнит. На излом. Только на излом. Прямо не получилось у нас ничего. Итак, что хотелось бы добавить. Мы обычно в Onyx Magnet рекомендуем просчитывать подъемную массу таким образом. Брать силу сцепления, в данном случае это 120 кг, делить ее на 10. И рассчитывать на такую массу. Соответственно, то есть мы рекомендуем рассчитывать на 12 кг. Но как вы сами только что увидели, вес 19,2 кг без труда поднимается. И судя по тряске, я думаю, что вес можно увеличить раза в 2. Но у нас нет такого швеллера. Поэтому магнит легко справился. Вот такой магнит начального уровня, 120 двухсторонний. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будем добавлять видео. Всем спасибо и удачных покупок!